Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, модницы, вы, конечно, догадались, где сегодня я нахожусь. Конечно, линия 20, павильон 08. Добро пожаловать, еще раз говорю, линия 20, павильон 08, Кантиги. И, конечно же, девочки, внимательно, пожалуйста, кто говорит, что не может найти телеграм-канал Антига 086. Звоните, пишите, заказывайте, отправку делают по всему миру. Ну что, дорогие мои девчонки, встречайте, сегодня мы на новинке. Здравствуйте, дорогие наши зрители, здравствуйте, Тамара, добро пожаловать на новые коллекции. Сегодня у нас будет показ и классика, и спортивной одежды больших и маленьких размеров. Как Тамара сказала, девочки, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал Антига 086. Там всегда интересно, новинки, скидки, распродажи, все быстро скупается. Поэтому, если вы подпишетесь, будете всегда в курсе наших новинок. Также хочу разыграть футболку. Кто у нас подписывается на наш телеграм-канал и обязательно, конечно, должно быть подписано на Тамару Шик. Скрин нам отправляйте, пишите свои пожелания, девочки, под нашим роликом, который сегодня выйдет. В следующей съемке мы будем разыгрывать футболку от Тамары Шек и от Антиги для вас, мои девочки. Свои пожелания, что вы нам пожелаете, и мы разыграем следующие съемки. Два конкурса будет. Тамара, я буду в телеграм-канале разыгрывать и в ютубе под комментариев. Ну что, дорогие мои девочки, начнем с моего образа. Мне она очень понравилась, очень уютная, комфортная костюм, классика, но тоже в стиле спорт-шик. Очень удобно, сейчас модно, актуально вот этот пиджак в стиле оверсайзов, девочки. К нему идет такой поясок, так как не ношу такие пояски, я решила без пояска к вам выйти, но мне она очень комфортно, удобно. Брючки на резинке, девочки, давайте покажу, очень удобно. Ткань приятная, натуральная, очень комфортно. Осенняя, зимняя, мне кажется, коллекция будет очень хорошо в вашем гардеробе, девочки. Размеры от 48 до 54 размера. Майку я отдельно подобрала из нашей новой коллекции, тоже очень удобная. Майки тоже от 48 до 54 размера. Цена костюма, озвучу, 14500, цена майки 3500. Ну что, такое же подобие, девочки, я решила не обидеть маленькие размеры. Пожалуйста, такое же тоже сделано оверсайзе, прямой, то есть лекал, 3/4 рукав, для нормы 42 до 48 полного размера. Девочки, ткань очень приятна, она на самом деле легкая, но выглядит все такое прям плотненький, но это легкий. С подкладом, конечно, уже обязательно осенью, но приятная, очень комфортная ткань. Цена маленького размера, девочки, 13500. Очень красивый костюм, обалденный, нарядный, на повторе, девочки. Шелковые такие атласные брюки, палаццо, нарядка, блузка и пиджачок шелковый, девочки. Сюда можно тоже черный топ. Вчера у меня клиентка Елена забрала свой размер, просто супер сидит. Осталось два размера, девочки, 44 и 46 размер осталось. Я извиняюсь, 42-44 осталось, 46 тоже забрали. Ну, успейте, если что, мы еще третий заказ сделаем. Вот этот костюм классика. Ткань супер качественная очень. Старалась. Эта фирма очень хорошая, девочки, Эспига. Ростовка хорошая здесь, приуженная. Кстати, сегодня буду показывать и палаццо, и приуженная, потому что сказали, что Антиго очень много стали палаццо вести, но кто-то не любит сильно широко. Палаццо это для высокого роста хорошо, а у кого средний низкий рост, пожалуйста, вот приуженные модельки. Или кто не любит палаццо. Бывает высокий, любит зауженные. Вот это пиджак тоже очень стильный. К нему брючки на резинке. Тоже классика, спорт шика. Девочки, это сейчас очень актуально. Можно и в ресторан, и в повседневной своей жизни как бы это воспользовать. Зато классика есть всегда классика. Цена такого костюма 13500. Ну как же без моего любимого костюма. В цвете электрик. Отправила своей любимой Ларисе. Очень довольна осталась. Фото я выложила. Комментарии тоже прочитайте в телеграме. Шикарный костюм, девочки. Этот костюм, правда, уже второй год работает. И кто бы ни брал, всегда все довольны. Поэтому рекомендую, у кого нет. Это значок
Пусть вас не смущает, оно, аксессуар очень красивый. Если что, она снимается. Ткань здесь очень хорошая, лекал, посадка, все классно. Размер от 48 до 54 размера. Цена 13500. Продолжаю дальше. Дальше классика. Блузка сюда тоже Тамара подобрала. Белую забыла одеть, сейчас попозже покажу. Блузка сюда можно белую, конечно, и классику можно, и спортивный стиль. Потому что она как спортшик жилетка сделана. Брюки палаццо на высокий рост. Жилетка. Шикарная ткань. Тоже, девочки, брюки можете отдельно. Жилетку можете на любой свой вот наряд одевать. Классная фабрика, очень хорошая. Цена 12500. А теперь более немного спортивного стиля. Свою любимую модельку покажу. В стиле Adidas. Спорт шик. Вообще обалденно. Очень многие девчонки первые наши, помните, весной. То есть были адидасовские костюмы, только маленькие. Девочки, старалась для вас найти больших размеров. Прямо супер ткань. Тоже классические, но в спорт стиле. Цена 14500, размера от 48 до 54 полного размера. Шикарная моделька. Здесь еще плюс, что удобно, резинка. Сказала. Теперь немного комбинированных. Комбинированная — это у нас такая тройка. Брюки приужены, пиджачок и майка. Это тройка, девочки. Комплект, три вещи идет. Цена такого костюма тройки 15500, размер от 48 до 54 размера. Размеры соответствуют, даже могут полномерить чуть-чуть. Этот мой любимый, тоже очень красивый. Люблю леопард, люблю питон. Кстати, в этом году будете очень часто встречаться с питоновыми вот расцветками. Платья, костюмы, блузки. Я их обожаю, поэтому буду постоянно искать самые интересные расцветки. Тройка. Комплект идет майка. Брюки. Здесь ткань брюк пиджачный, а в том был трикотаж, девочки. И пиджачок тоже тот трикотажный, здесь пиджачный. То есть это более нарядно. Кому вот на какие-нибудь... Это нарядка, это пусть будет и нарядка, и повседневка. Цена 15500, три вещи сразу. Теперь более спортивные костюмы, девочки. Этот стиль тоже в этом году огурцы, вот вы видите, часто в пальто, рубашке, толстовки, худи, вот эти классные огурцы, ой, гусиные лапы, я извиняюсь, и кожаные брюки. Кожаные брюки, они круговая резинка идет, размеры от 48 до 54 размера идут, полные размеры. То, что сейчас актуально, сейчас весной, осенью у нас очень многие под грязь, под это слякоть, будем кожаные штаны, девочки. Не продувается очень. И на самое главное, что они не сильно толстые и не тонкие. Вот такой у нас ворсинка, который комфорт нам дает, чтобы не прилипла вот эта кожа к телу. Цена такой 12500. Теперь покажу вам более спортивный. Тоже ткань, девочки, даже не знаю, как вам сказать. Смотрите, более подробно. Это не велюр, это не трикотаж, это какой-то вот прямо очень хорошего качества. И тепленькие уже костюмы на подкладе таком сеткой. Брюки манжет, смотрите, классная. Спортивный костюм и теплый костюм. Плюс еще очень хорошего качества. Цена такого костюма 10500, размеры идут, девочки, от 48 до 54 размера. Второй вариант, любители Луи Виттона. Черный, тоже очень хороший, плотненький. Это больше ближе к велюру, но это не велюр. Спандекс с велюром. Еще плюс, смотрите, как это красиво все сделано, качественно. Мягенький. Мягенький, да, очень комфортно. Девочки, и садятся очень хорошо. Обязательно померяю и выложу в Телеграм. Но просто их уже разбирает, осталось несколько размеров. Здесь очень сильно нашей Светлане понравилось. Это прям, говорит, она уже две штучки продала, говорит, Антига, я просто не видела. Говорит, на небольшой рост садится шикарно. Полноценно здесь кардиган, девочки, такой шикарный. Еще стразы, подклад очень хороший, прям дорого-богато, говорит, Антига, смотрится. Честно, не видела, как они. Но Светлана у вас вообще в восторге, говорит, заказ сделала еще. Они полномерки, девочки. Здесь эска продана на 48. Представьте, эска обычно это 42, 44, а здесь на 48. То есть SML, три размера, девочки,
осталось у нас S-ка и L-ка. M-ку Светлана продала на 48,50. Поэтому свои параметры обязательно для заказа. Тамара, можно еще одну информацию для наших зрителей? Девочка, скажу, я извиняюсь. У нас теперь новая система по отправке. Пока так будет, потому что очень большой поток смс-ок и новая коллекция, и распродажа, что не успевает трек-чеки. Девочки, у кого почта? В следующий день Наталья вам отправляет трек-чек, и оплата вы проводите не мне, а Наталье за пересылку. Спасибо вам всем, что хорошо, что не забыла, сказала. А то Наталья многие не знают и из паники мне перезванивает или пишут, что это Танчига, а почему не вам, а Наталья? Говорю, девочки, я не успеваю, Наталья будет вам отправлять, а вы ей за пересылку. Костюм обалденный, любители Филипп Лейнов, в размере SML. Очень удобный костюм, Тамара, кстати, вот сейчас боты вот эти с платформы, кто любит Филипп Лейнов, трикотаж хороший с капюшоном. Комфортный костюм S-ка, M-ка, L-ка, XL-ка до 52 размера. Кто любит такие креативные костюмы, пожалуйста. Цена 10500. Сейчас покажу костюм, который тоже в лед уходит. Девочки, до съемках уже мало чего остается. Поэтому успевайте. После съемки вообще практически у нас размеры быстро уходят. Ростовка на 1,80 м, даже больше. Высокий. Очень хороший трикотаж. Это итальянский трикотаж. Скажите, вот что. Она очень мягкая и комфортная. Мягкая, прям, Тамара, видите? Очень мягкая. Здесь на рукавах двух и на брюках двух. Небольшой значок. Не сильно. Кто не любит стразы, пожалуйста. В черном цвете батала от 48 до 54. В сером графитовом цвете от 44 до 52 размера. Классные костюмы, девочки, они правда очень хорошо садятся, прям мягкая-мягкая. Теперь немного покажу вам, сейчас сезон, знаете, похолодание, велюровые костюмы. Черный под Adidas велюр, ничего лишнего. Высокая посадка брюки, укороченный бомбер, девочки. Размеры SML XL, цена 8500. Кстати, цена шанельки, я извиняюсь, не сказала, 11500, девочки. Маленький, 12500 батала там они идут. Теперь хочу прекрасный костюм показать вам. Шикарный костюм, который мягкий, велюр, просто обалденный. Очень-очень хорошего качества. Они плотные, девочки, не протираются после стирки. Будете носить не один год. Многие боятся, Антига, брали велюр тонкий, недорогой. Они быстро протерлись. Поэтому, девочки, когда велюр берете, обязательно на просвет. Я вот сама даже выбираю, Тамара. Если она не просвечивается, значит качество хорошее. Если она просвечивается прямо сквозь, то она очень тонкая, будет быстро протираться. В графитовом цвете у нас большие размеры от 48 до 54-56. В черном цвете маленькие, 44 до 52 размера, так как они полномеры. Покажу рафовскую, свою любимую фирму, которая у меня, магазин Раф называется в городе Омске. Мои девочки очень любят Рафы, поэтому и клиенты. Пожалуйста, девочки, классная моделька велюровых. Цвет шикарный. Рафовские костюмы. Здесь идут XL 2, 3, 4. Смотрю, четверка только, вот в этом цвете только 4 осталось, девочки. Это 56 размер. 54, 56. Успейте забрать. А в черном есть пока еще размеры. И цена такого костюма, девочки, 9500 будет стоить. Классный костюм. Велюровый, в черном и в таком ярком цвете, очень красиво. Простите, пожалуйста, девочки, ошиблась в цене, 7500. Вот. Еще раз. И они большие размеры. Ламакса, фабрика, которая шьет прекрасные костюмы для больших моих пышечек. Модные костюмы такие. И здесь, девочки, и стандартная ростовка, и высокая ростовка тоже хорошо смотрится, потому что они не делают ни брюки, ни короткие, и бомбера тоже. Видите, паховая зона закрывает здесь все. Очень креативный, красивый костюм. 56 до 62 размера, но уточните, какие остались, пожалуйста. И вот этот здесь. Всем она очень понравилась, Тамара. Лосины зауженные и туника. Шикарный костюм, девочки. Они с вот этот модель 48 до 54 размера. Тот с 56 до 62 размера. Цена 11500. Ну, уже начала потихонечку девочка возить зимний. На флисе
Но здесь флис необычный. Хочу показать. Смотрите, какой флис тут приятный, который не будет внутри катышками делаться. Потому что флиси, вот высокая ростовка, с лампасы красивые. Они даже не смотрят, что что-то зимнее. Но это зимние костюмы, девочки, теплые на флисе. Цена такого костюма 10 500. Теперь я вам покажу свою любимую фабрику Занарди, девочки. Ждите. Ну что, дорогие мои девочки, теперь коллекция Занарди. Все его ждали, и я очень сильно ждала этой коллекции. Шикарная коллекция, конечно, шикарная фабрика. Многие наши девочки знакомы, и многие ждут. Начну со своего образа. Этот костюм у нас 36, 38, 40. Я делала на себя 38, но мне нужен 40-ка девочки, конечно, чтобы она должна свободно до 52 размера. 54, кто носит короткий верх. А до 52 здесь хорошая длина, нормальная просто. Ткань тоже итальянский трикотаж в двух расцветках. В черном и бежевом. На высокий рост очень хорошо. У меня каблук, и они, видите, палаццо. Мне здесь как брюки сделаны, очень нравится, Тамара. Прям шикарно удобный, широкий. Немножечко здесь аксессуар на брюках. Цена данного модели 12 500, девочки. Да. Сейчас хочу показать классику. Классика. Девочки, шикарная классика. Жалко, что сейчас скажут, жалко. Маленькие размеры. Я просто обожаю эту расцветку, обожаю этот пиджачный костюм, стиль. Но маленькие размеры. Пожалуйста, девочки, кто до 48-го, смело заказывайте. Костюм очень шикарный. Клиентка довольна, осталась, отправила. Говорит, супер удобная и прям смотрится очень хорошо. В двух расцветках, девочки. 42 размера до 48 полного размера. Цена данного костюма 12 500. Показать тоже палаццо брюки на высокий рост. Свободное худи, но не сильно длинное, опять же. Чуть длиннее, чем на мне. Слегка длиннее, чем моя. В двух расцветках тоже на высокий рост. Шикарно будет эти костюмы, девочки. Также цена 12 500. Размеры 36, 38, 43 размера. 40 на мне, то есть до 52 размера. А теперь покажу для наших любителей страз. Стразы здесь очень хорошего качества. Камни, смотрите, как блестят. Тоже белые. Любители белого и черные. Их вот прям очень хорошо садятся. 42 до 48 полного размера, девочки. Цена такого костюма 9 500. Покажу вам уже вязку. Вязка трикотажа тянутся от 46, девочки, до 52 размера максимум. Единый размер, девочки, здесь идет тоже фабрика Занарди. В двух расцветках вот этот модель. В черном и молочный такой шампань цвет. Смотрится очень хорошо с таким кофту можете отдельно даже носить, девочки, очень будет хорошо с джинсами, с брюками, хоть чем. И брючки палаццо всегда актуально, особенно осенне-зимний период, они теплые, будут вас греть, мои девочки. Цена данного модели, сейчас, секундочку, 9 500, Тамара. И с круглым горлом, кто не может носить там горло, да, здесь тоже хорошая ростовка, девочки, с таким молочным лампасом красивый, тоже от 46, девочки, до 52 размера. Цена 9 500. И третий вариант, это стандарт размер, девочки, от 46 до 52 размера. Здесь брючки очень интересные, с лампасами с одной стороны, стразы и кофточка. Девочки, все ждали этих троек. Пожалуйста, тройки обалденные. С фабрики Занарди. Просто уже заказы пошли у нас на них в Турции. Когда я была в фабрике, я выкладывала в черном цвете, девочки, с 48 до 54 размера. Велюр королевский, шикарный велюр. Мягкий просто, тянутся хорошо. Тройка жилетка здесь обалденная. Олимпийка на молнии и брючки 48 до 54 размера. В черном цвете, девочки,
большие, а в бежевом цвете маленькие размеры уже закончились. Сегодня Светлана последний продала. Но будет еще повтор, девочки. Бежевые там был, брючки бежевые, олимпийка бежевая, белая жилетка. Ну, если что, в телеграм-канале смотрите, заказы будут у нас на них. Цена этих троек 24 500. Хочу теперь в трикотаже показать вам, девочки, больших размеров и маленьких размеров. В белом костюме бежевая жилетка натуральным мехом SML, девочки, 44 до 50 размера. Вот этот вариант. Также есть бежевый костюм, белая жилетка 48 до 56 размера. Вот этот вариант. И, конечно же, обязательно черный. 48 до 54-56. Объясню. Именно этот модель единственный на полной мерке. Девочки, здесь хочу показать вам брюки. Видите, они свободны на манжете. Потом олимпийка здесь тоже худи свободно идет. С капюшоном. Это 48 размер. И жилетка. Пожалуйста. Вот и жилетка. Очень хороший костюм. Всем рекомендую. С натуральным мехом. Шикарно. Будете вообще всегда как королевы мои. Из 24 500 все эти тройки, Тамара. И самая бомбическая модель здесь идет микровельвет. Как теплые. Это не флис, девочки. Без манжета, с прямыми штанами, с лампасами. Сейчас олимпийку здесь покажу. Пожалуйста. Девочки, у меня самой такой костюм. Я их уже 2 года ношу. Чуть-чуть другой был, конечно. Стразы там были серебряные у меня. И жилетка. Каждый год, когда я зимой в них на работе, каждый клиент, который заходит, в первую очередь, а есть такой костюм, как на вас? Поэтому с моей просьбы Занарди отшила вот этот костюм. Очень сильно я его просила. В этом году он мне не смог отказать. Поэтому мы сделали такой ассортимент костюмов шикарный. Ткань очень хорошая, теплый, мягкий прям. И они вообще не полнят. Вот всем рекомендую эти костюмы. Именно вот эта ткань, она теплая. Здесь трикотаж плотный, итальянский, девочки. У кого работа в теплом месте, то есть, может быть, в них жарко будет, поэтому можете вот этот трикотаж итальянский посмотреть. А у кого вот, кто много на улице ходит, там это, чтобы вот потеплее, вот этот костюм будет очень хорошо. Но также рафовские наши тройки костюмы тоже есть в наличии, девочки. Они уже флис, походный, я считаю, этот костюм, жилет, толстовка. И флис, пожалуйста, брючки на манжете. Это походный теплый флисовый костюм. Вот этот вариант со звездочками. Размер от 48 до 56. И в черном. Черный чуть-чуть другой. Здесь жилет подлиннее. А в бежевом, девочки, жилетка. Сзади, смотрите, какой манжет. Попы так прикрывает и не дает продуваться. Здесь классно. Они 12 500. Рафовские тройки. Три вещи. Вот бежевый наш костюм, Тамара, который я искала. Один, наверное, 36, 38 и 40 размер, девочки, плюс 6, но не полномерие. До 50 вот этот цвет есть. Также у них костюмы с юбочной, единый размер, от 46 до 50. И, конечно, пальто. Пальто Prada с натуральным мехом, кашемир, очень красивый, с кожаными вставками, карманы. Ну, не как у всех, хочу сказать, это пальто шикарно. На капюшоне здесь, девочки, сзади надпись «Стразы» тоже Prada. Очень красивая. Кашемир хороший. Тоже фабрика Занарди нам сделала такую красоту. Размеры 36, 38, 40. 40 на 52, девочки. Очень красивое. И теплое пальто. Там на подкладе, он тепленький. Цена пальто 42 тысячи, девочки. Это 24 500 и 8 500. Ну что, дорогие мои девочки, сейчас хочу вам представить из кожаных изделий юбки, кожанки, эко-кожа, очень удобные, мягкие. Не только же худышкам одевать такую красоту, но мы тоже же хотим выглядеть всегда очень красиво. Поэтому юбки Esperanto кожаные, 48 до 54 размера, девочки.
Ткань просто шикарная, очень с высокой посадкой. На мне маркировка 44, он на 50-52 садится хорошо. И кожаная косуха, тоже 44 маркировка, они не маломерят, в размер размерят за девочки. Очень стильный, очень крутой костюм. Образ отдельно все подобрала. Косуха стоит новой коллекции с больших размеров 12 тысяч. Здесь на спинке очень красивая мия-мия. И вот здесь красота. Юбка стоит 7500. Показываю вам новинки шикарные. Вот этот модель тоже очень многим девочкам понравилась. Прям супер модель. Садится очень хорошо. Девочки, здесь SML, XL. Размер до 52. Косуха тоже шикарная. Здесь на кармашке такая лев. Аксессуары здесь тоже золотистые. На спинке Balmain написано. Кожа очень мягкая. Конечно, это эко-кожа, не натуральная. Но она очень-очень хорошо в носке. Не протирается. Многие люди, кто знает, кожу носит. Вот, например, кожаная куртка. Она протирается быстрее, чем эко-кожа. В качестве они просто шикарные. Такая же цена. 12 тысяч, девочки. Ну, сейчас покажу вам необычную комбинированную кожу с трикотажем. Катон здесь со стретчем. Тянутся очень хорошо косуха. Чуть-чуть удлиненная. Размеры SML XL, девочки. Просто классно садится. За счет вот этого пояска можно подчеркнуть, кто худышки, прямо талию, кто вот хочет прямо по фигурке. Вот эта модель очень хорошо. Конечно, наша вот косуха, она укороченная. Его можно и с юбкой, и с джинсами, и на платье вот эта косуха. А вот этот прямо с лосинами, с джинсами, вот этот подлиннейшая моделька 11500. И вот, пожалуйста, еще одна маленькая. Здесь SML, девочки, маломерки, укороченная, цена 9500. Но тоже очень из филиппленовской коллекции, садится хорошо. Супер модель такой, стильная кожанка. Пах на запах. Здесь кнопка, конечно, смотрится очень круто. Цепочка SML, девочки, до 50 размера. Цена 10500. Последний размер, девочки, осталась М-ка. И хорошо разобрали. Цена 9500. Моя любимая жилетка. Я их повторила. Очень люблю эту жилетку. Мне самой советую. Очень круто. Еще с юбкой, девочки, смотрится. Просто обалденно. Давайте я померяю ее. Девочки, смотрите, как она классно смотрится. Я его пользуюсь вообще со всеми своими вот джинсами, брюками. Особенно осенью, когда мне на работе прохладно, да, в куртке жарко, я его куртку снимаю, жилетку одеваю. Она классная. Жилетка всегда на все случаи жизни, вот эта жилетка. Размеры SML XL. XL самый. Юбка, но новинка. Здесь размеры SML XL, девочки, до 50 размера юбка. 7500. Как на мне юбка, более подробно покажу. Высокая посадка, две карманы сзади. Очень эсперанто фирма. И вот этот вариант тоже классный. Здесь гладкая кожа. На моих немного вот, вот такая вот. Тоже мягкая, но она не гладкая. Ну что, мои дорогие девочки, сейчас хочу вам представить новую коллекцию верхней одежды, люкс в качестве, самые эксклюзивные модельки Ла Саграда. Мне эта модель очень-очень понравилась, прям она такая стильная, она и женственная, и молодежь ее может, и женщина может. В нем себя чувствуешь прям, знаете, очень комфортно, удобно. Здесь ничего не мешает, рукав тоже здесь не сильно короткая. Я хочу сказать, некоторые модели вот так, да, здесь не надо даже никакие длинные перчатки, достаточно здесь длина очень хорошая. Можете водолазочку снизу одеть, и вот так вот, 3/4 рукав здесь. Пах на запах, она как кимоношка сделана, размер до 54, может быть и 56, у кого грудь, да, вот здесь летучий такой свободный верх. Бедра здесь тоже хорошо. На мне самая большая маркировка 44, но запас есть здесь достаточно очень хороший, свободный. Цена данной модельки 20500. Очень красивый хрустальный такой сваровского камня брошка.
Девочки часто спрашиваете, чтобы верхнюю одежду померить на себя. Вот, пожалуйста, решили сегодня с Тамарой вам показать, как они смотрятся. У кого рост не сильно высокий, можно подвернуть в этот очень красивый подклад, да, здесь. А так, на высокий рост руки здесь очень хорошие, достаточно длинные здесь. Очень удобно. На мне самая маленькая маркировка 38-я. Просто шикарная куртка с хорошим качеством. Фабрика Лосограда. 38, 40, 42, 44 самый большой, но 54 девочки вполне подходит. Цена 17 500. Классная моделька. И очень хорошая дышащая ткань. Девочки, эта модель вообще беспроигрышная. Я считаю, что она должна быть у нас у всех. Это как спортивная классическая куртка с такими комбинациями трикотажа. Здесь очень красивые аксессуары. Карманы два рабочих, очень удобно. Капюшон, кто любит, пожалуйста. Хороший, очень удобный. Дождь, ветер. Классная модель Лосограда. Легкий-прилегкий, но в то же время очень теплая. Прямо очень комфортно в нем. Здесь идет размер, девочки, единичка, двойка. Единичка идет на 48-50, а двойка идет на 50-52, но тоже на 54. На мне в данный момент единичка, девочки. Есть еще на размер больше. Мои параметры 117 бедр, даже есть свободно. То есть, может быть, мне даже единичка хорошо. Цена 17 500. Ну, очень красивая жилетка, девочки. Вот честно, кто бы одевает, тот не хочет снимать. Настолько в нем комфортно, легко. На самом деле, она и стильная, и не бабская жилетка. Молодежь ее может, и женщина себе позволит. Но в таком красивом, качественном жилетке, кто будет, будет себя чувствовать как королева. Настолько она легкая, теплая, стильная. И очень модные, такие стильные, прям классная моделька. Девочки, здесь размер 38, 40, 42 маркировка и 44. Они достаточно полномерки, и 48 могут себе вот сороковку одеть, и 52 может, как я вот, да, одеть вот этот размер на мне, сороковковый размер, это второй размер. Цена 16 500, стильная жилетка в фабрике Лосограда. Девочки, ну это пальто вообще что-то с чем-то. Дорого-богато, бело-снежно, очень красиво, она нарядна, но практичность, конечно, всегда и в черном. Пожалуйста, у кого любители черного и белого, очень красивое пальто. Размеры от 48 до 54. Здесь два размера идет. Единичка, двойка. На мне двойка. Цена 21 тысяч. Она очень удобная, теплая и в то же время прям невесомая. Настолько я как будто одела просто обычную рубашку на себе, даже не пальто. Шикарное пальто. Мне очень нравится это пальто. Ну, рассказываю, девочки, теперь хочу показать нашу модельку. Помните, говорила в той съемке длинные, пару размеров осталось. Повтор получили короткие, девочки. СКМ-ка, Л-ка, XL до 48, максимум 50 размера. Маленькие размеры. Цена 11 500 и такая же куртка. Тоже 42 до 48 размера. Очень красиво. В жилетке камушки серебристые, бусы, куртки черные. Куртка стоит у нас 12 500, жилетка 11 500. Ну, долгие ждали этого модели все. Пожалуйста, наши девочки в жилетке и в куртке от 48 до 54 размера. Наши филиппиненовские куртки все тоже невесомые, но теплые. Здесь внутри идет, Тамар, подклад, который тепленький, не продувается. Можно его даже как еврозима, девочки, считать вот эту куртку. Цена жилетки 11 500, цена куртки 12 500. Также у нас классика стеганая, как бомбер. Размер XL, 2, 3 XL, девочки. Цена 11 500, с 50 до 54 размера. Но теперь хочу показать наши и одеть сразу же вот эти куртки, наши любимые Занарди, в двух расцветках. Девочки, эти куртки просто что-то с чем-то. Настолько удобные, правда, вот прям удобные. Автоледи. Я не знаю, она и дышит, это не лак, который шершавый, да, это еще ткань такая итальянская, классная моделька, очень удобная куртка. Она и невесомая, теплая, и удобная. Здесь тоже капюшон натуральный, мех,
двух расцветках, а еще плюс еще большие размеры. Я на себя делала самую маленькую 36-ю маркировку, Тамар. То есть он, я считаю, что это полномерка, даже на 42-й, конечно, будет большой. 48-50 до 54-56 полный размер. Самая маленькая 36-я маркировка, самая большая 46-я. Ну вот теперь представьте, я сейчас стою в 36-й размере. Но вообще я вот люблю посвободнее такие куртки, чтобы были удобные. Мех натуральный, это фабрика Занарди, девочки, все его знают и ждут. Качество у них самый хороший курток. И натуральный мех, он всегда пользуется самые такие классные мехи, которые прям смотрятся дорого-богато. Цена куртки 22 500. Так, девочки, я вам покажу крутую джинсовку с белым мехом. В двух расцветках и большие размеры с 50 до 60, 62 размера. Сейчас померю, девочки, напоследок. Вот и наша классная джинсовка с белым мехом. Дорого-богато смотрится, очень круто. И в сером графитовый. И они оба красивые, девочки. Если спросите, какой, голубой тоже очень красивый. Смотрите, смотрится с белым мехом. Цена 12 500. На мне маркировка 42, но они полной меры, девочки. 42 на 50, 52 вполне достаточно. До 48 маркировки, это до 60 размера. Объемы параметра здесь достаточно до 140. Поэтому рекомендую. Очень удобная теплая куртка джинсовка с белым мехом. Она классно смотрится. Цена 12 500. Но также мы не успели сегодня с Тамарой брюки, джинсы фирмы Эсперанто. Почему? Еще у нас в пути едут лосины и кожаные штаны Эсперанто, девочки. Мы эту съемку проведем в следующую неделю. Но кому интересно, позвоните, напишите. Я видео сниму. В телеграм-канале это будет. И наши кофточки, новинки, девочки. Мы получили большие размеры кофты от 50 до 62 размера. Вот эти все новинки мы сегодня не успеваем. Вам здесь большие размеры, девочки. Кому интересно, в телеграм-канале будут. И также есть маленькие размеры, Тамара. Свитера у нас очень красивые. Спасибо всем, что до конца посмотрели, мои дорогие. Но не забывайте, что для подписчиков Тамары Шик поставьте лайк и скидка. Обязательно мы всем делаем приятное. Напоминайте, девочки, подписчики Тамары Шик, достаточно напишите от Тамары Шик. Скидка будет на любую вещь, новые коллекции. Поэтому у нас и мужской отдел есть тоже, смотрите. Каждую неделю новинку получаю, ожидаю еще через неделю новинку. Брюки, там лосины, кожаные штаны. И повтору модели кому не достались. Поэтому, девочки, пишите, звоните. Я вас всех люблю. Love you, love you. Ваша Антигона.